тоже носки свои одел для себя. Теперь смотрите внимательно. Встаете, вам терпим, ничего не дергайте. Макс, тоже терпим, дергайте, хорошо. Смотрите, сейчас я сажусь вот так, пяточки вместе, на носочки поднялись, сели вот так. Как лягушку одну, когда сели вот так. На носочки равновесие поймали, ноги в сторону колен. Ножки надо вот здесь прям вместе сделать. Егор, чуть-чуть отодвинься, пожалуйста, а то Иван сейчас тебя столкнет, да. Давай, Иван, делай слева направо. Парни, на температуру подходите, Артем, еще Никита, делай. Дима. Здрасте, здрасте. Иван, надо сесть вот так. Сядь. Одну ножку в сторону сядь. Садись на вот эту ногу, на левую садись, например. Вот как Егор, посмотри рядом с тобой. На ступню сядь, на ступню, да. И теперь перекатывайся. Переваливайся, давай, Артем. Егер! Егор, спинку прямо. Нормалек. На носочек сейчас вышли. В этом чешалку положили немножко, минус на носочек. На носочек нельзя поднимать. Давай, Артем, делай. Да. Ножки шире. Сейчас мы шпагату подходим. Шире ноги сейчас подходить с ноги будет. На носочек. Давай. Егор, теперь надо будет чуть-чуть к Артему ближе. Чуть-чуть Артем тоже отодвинься. Ой, отставить. Максим, отодвинься, Артем, отодвигайтесь. Чуть-чуть туда. Сейчас прийти должно. Артем, сдвинься, пожалуйста. Сдвигайся еще. Егор, тоже чуть-чуть. Иван. Все пришло. Сейчас там Серафим еще вот там, где Егор и Иван. Егор, пойдем рядом сюда. Пойдем сюда рядом. Сейчас сюда иди. И Артему, и Егор, и рядом. Ручки вниз, вот так вот держимся, надо встать на ступни, да, надо подняться, держимся, еще ножки шире, терпим, можно кулачками упереться, еще шире, сейчас смотрите, выйдите на пяточки, Артем, потерпи, пожалуйста. Выйдите на пяточки и покачайте вот так ножками. С пяточки покачайте. Влево-вправо покачайте. Максим, терпи. Покачайте. Теперь носочки на себя, прям на пяточки будете. Носочки на себя. Макс, терпи. Носочки на себя, на пяточки. Максим, терпи. Артем, давай. Терпите, также руками упритесь, надо терпеть. Иван, либо в сторону, либо чуть назад. Либо тебе надо макать чуть назад, чтобы мы с тобой с Иваном столкнулись. Да. Давай, тянем еще, тянем вниз. Вниз, тянем носочки на себя.
Вниз тянем, 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 тянем. Пока не садимся, пока не садимся. Вот сейчас Артем делает. Максим делает. Делает. Делаем, 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 парни, делаем, Макс. Я знаю, я тоже плачу сколько-то. Надо терпеть, я тоже сейчас поплачу, но надо потом... Сергей Геннадьевич, у тебя телефон садится. Терпим. Не сидим на бедрах, терпим. Терпим. Вот сейчас сели вниз, назад и вниз, но ноги слишком сильно не сдвигают. Терпим, 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 Максим. Терпим. Самолет, парни, терпим. Дом не хотите, если делать, значит, здесь поделать. Будь здоров. Тоже не хотите дома, да? Значит, здесь поделать. Сергей Геннадьевич, у тебя телефон садится, я поставил его на заряд, на колонке отключил. Все, молодец, да. Теперь, парни, смотрите. Левой рукой. Левой рукой. Здоров, здоров. Ложим на правое бедро. Левую ручку на правую ногу. Левую руку, да, да, положили. Правой рукой чуть-чуть за спинку развернулись, Егор. Левой рукой положи на правую ногу. Левой рукой, парни, левой. Где левая рука? Поднимите вверх, пожалуйста. Где левая рука? Вверх поднимите. Я очень рад. Не наступи только на меня. Здравствуй, Анатолий. Как величать звать? Левой рукой, левой, где ручка, левой. Вот смотрите, правую я здоровую секушку, да? Правую. А левая это другая, да, 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 вот это левая, вот это левая. Да. Левой рукой положите на правую ногу, на другую ножку, на другую левую ручку. Да. А правую вам надо раскрутиться за спину. Нет, 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 нет. Переведи сюда тело. Сейчас, погодите. Разверните. Да, но только чуть-чуть другой рукой сделаешь. Да. Вот так. Зацепись, крути себя. А этой рукой. Вот. Вот отталкивайся от своей ноги туда. Вот молодец. Молодец. Артем, поменяй ручку. Да. Поменяй. Вот смотри, вот туда. Вот. Скручивайтесь, да, крутитесь. Вам надо за спину прям завернуть свою. Вам надо прям за спину завернуть. Сел, я его на свою зарядку поставил. Это потому что... Давай, все, благодарю. Сейчас. Поменяли руки-ноги? Парни, поменяли руки-ноги? Она заряжает твою зарядку? Вообще, по идее, должна. Там зарядка хорошая. Не отвлекайся. Ноги поменяли. Руки-ноги поменяли. Ну теперь правой рукой за левую ногу. Егор, тебе надо разворачиваться в ту сторону. Ручку убирай. Да, смотри в ту сторону. Отталкивайся, да. Артем, давай, отталкивайся, да. Смотри, Макс тоже смотри, там зеркало надо посмотреть тебе. Иван, в другую сторону, да, давай, давай, сюда вращай, да. Вы рукой, да, Макар, тебе в ту сторону, в ту. Вы должны вот этой рукой оттолкнуться от своего тела. Да, да, прям. Максим, делаем. Что? Ты сначала сделай то, что я тебе говорю, а потом то, что другое будем. Еще раз поменяйтесь, пожалуйста. Сделали? Ноги вместе. Ноги вместе свели. Легли. Ножки вместе свели. Ножки вместе свели. Делаем упражнение, действие складочка. Наклонились вперед, лбом коснулись колен. Я вас вижу прекрасно, парни. Не думайте, что я вас не вижу. Никита Кубалец, 250. Молодцы, тянемся, тянемся. Макар, развейся, пожалуйста, чуть-чуть назад. Тянемся, смотрите, ножки вместе. Артем, молодец. Максим, тянемся. Егорыч, тянемся. А теперь попробовали, как Артем ручками зацепились. Ножки на себя и ручками зацепились за носочки. Да. И тянемся. Тянем, тянем. Задача локотками коснуться пола. Локотками коснуться пола. Тянемся. Раз. Ноги не сгибать.
Раз, 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 раз. И коснулись, прилипли к полу локтями. Надо доставать. Молодцы. Носочки натянули вперед. Также тянемся. Раз, два, три, четыре. Ноги вместе, Максим. Пять, шесть. Носки натяни больше. Делаем, Максим. Сейчас отжиматься будем. Носки натяни вперед. Вперед тянем. Восемь, девять, десять. Никит. Теперь внимание. Пойдем смотрите. Температуру. Разноименное действие. Левый носочек на себя. Иван, слушай меня. Правый от себя. Поехали. Поменяли. Вот так делаем. Молодцы. Спинку прямо сделали. Поделали. На себя, от себя. Ноги вместе, Максим. Ноги вместе. Прямо сделаем. Больше сзади. Да. Иван, осанку держи. Зубы стисни. Зубы стисни. Осанку держи. Осанку, да. Молодцы. Сделали. Теперь руки положили, пожалуйста, на уровень, на одну линию, на один уровень с пятками. Положили ладошки. Положили. Подняли. Упор лежа принять, Максим. Максим, упор лежа принять. Я тебя предупреждал, будешь сейчас шорпаться, делать лишние действия, будем отжиматься. На меня посмотреть. Тебе что, не имет, что ли? Упор лежа принять. Раз вниз, два наверх. Ждем меня. За надом, Иван, это нас всех касается. Максим, вперед смотри, не переживай, грудью до пола. А что ты дергался, Макс? Я тебе разрешал дергаться, а? Взгляд вперед, спокойно, грудью ложимся на пол. Раз, да. Вниз, два, наверх. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Половина. Раз, Михаил Анатольевич. Два. Раз. Половина. Два. Еще? Еще парень? Помогите. Помогите. Нет, они курили. Помолчите. Помолчите. Ну и вам что ли? Да, да, да. Со шпагами вы сейчас смотрите. Видите, да, так мушкетерный, как на поле. А вы от них скачите на турниках. Чтобы вы не догонял. Еще разок делаем. Раз, два. Раз, два. Молодцы, сели опять. Ноги вместе, носки вперед. Руки положили на один с пяточками. Поднимаем правую ногу, левую ногу. Нет, Иван, куда надо руку положить? Вот сюда, на линию с пятками, да. Подняли. Руки перевели на середину голени. Подняли. Две ноги. Обе. Руки перевели на уровень колен. Спинка прямая. Вот нарисовали линию с коленочками, положили ладошки. Да. Правая, левая. Спинка прямая. Ноги вместе, Максим. Делаем. Две ноги. Давай, Макс, ты чё? Тебе не имется, братан. Ты чё зашоркался? Максим, что случилось? Подойди, Сергей Сергеевич, расскажи, что случилось. Нет? Точно? Будешь отвлекаться? Хорош. Максим, хорош, на меня посмотри. Хорош, ты чё отвлечён? Они тебя отвлекают. Кто? Пальцем покажи, кто? Максим, покажи пальцем, кто тебя отвлекает. А почему туда смотришь? Вот так вот. Они меня отвлекают, да? Пальцем на всех показал. Не отвлекайте парня, Максим. Он будущий у нас чемпион, а он Никитос. А? Ты его отвлекаешь специально, конкуренцию не хочешь, да? Они тебя специально отвлекают. Они хотят, чтобы ты был такой же сильный, как они. Все, не отвлекайся, понял? Ручки еще, его не отвлекайся. Они хитрые, они сейчас взрослые. Знаешь, как ты хитрят специально, чтобы не стали такие же сильные? Чтобы они потом говорили, вы младше, вы на турнике после нас. А вот когда вы сильнее станете, сразу им скажете, парень, ну-ка подвиньтесь, да? Наша очередь. На половину бедер. Ручки положили. Спину прямо. Не шоркайся, Макс. Поехали. Правая, левая. Разрешается прям пятки, да, помутузить. Да. Да. Здесь ничего. Давай. Теперь две. Поехали. Поехали. Конечно, не хотят. Они потом, когда сами станут очень взрослыми, тогда они вспомнят, скажут, как же мы не хотели, чтобы были такие сильные. Что, Иван, присматриваешься, да, кого первого, забороть кого?
И теперь парень последний сейчас будет. И вы переходите. И вы переходите в под руководство Никиты, сейчас поедете варенье. Смотрите. Сейчас наша задача. Показывайте. Вы сидите так же. Сиди так же. Смотрите, первое. Поднял бедра, поднял ножки. Поднял бедра на руках. Поднял. Поднял. Да. Да. Поехали. Давай, 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 давай. Серафим, руки не убирай, тебе не надо каждый раз переминать. Лучше сейчас не на кулаках, лучше все-таки. На кулаках у вас выше получится сделать. Но сейчас надо потренировать именно пальчики. Сделали еще разок. Это крутое отжимание. Теперь смотрите, вам надо сейчас, как вот есть ножки прямые, одновременно напрячь ноги, живот, спину и подняться. И опуститься. Подняться, опуститься. Да. Смотрите, вы делаете, я просто не надо еще упор лежа принять. Зачем пальцы ведешь? А что ты сейчас делал? Ну что я делал, Макс? Ну а что, ты зуб чесал, что ли? А что, ты палец зубом чесал? У него рос зуб? Не, ну бывает у детей десна чешутся, но не зубы же чешутся. Десна растут, тогда детям подвинуть надо что-нибудь. Они руки свои мусолить могут, так вот маленькие берут, начинают, там же чешутся, да, Тём? Конечно. Но ты-то грызал, грыз ноготь. Как нет? Я что, первый раз, что ли, вижу, Макс? Не надо. Максим, ты бы сейчас был хорошо поступил, если бы сказал, Сергей Геннадьевич, прости, пожалуйста, и спокойно бы отжался. А ты сейчас начинаешь, нет, нет, нет. Ну, я уже видел, не первый раз, вот чем дело. Внимание, поднимаемся сейчас, надо подняться, носки натянуть, подняться на одну секунду. Можете кулачки поставить, чтобы у вас подъем повыше был. Да, на одну секунду надо подняться, зафиксироваться. Раз, погоди, носки надо натянуть, пока садитесь, носки натягивают. Готовы, и раз, сели. На кулачки сделали. Теперь надо.